Всем привет, дорогие друзья! Вы перешли на канал Snapy Life. Сегодня в этом ролике вы узнаете, как заполучить 5 миллионов рублей. Если вам стало интересно, как это сделать, то перед началом ролика обязательно поставьте лайк, прокомментируйте его и также подпишитесь на канал. Ведь это очень важно. Да. Но сейчас мы с вами начнем. Приятного просмотра. Итак, дорогие друзья, давайте начнем. Самое первое, и это прямо общеглавное, что нужно будет сделать. У вас должен быть TikTok аккаунт. Если его нету, то регистрируйте. Это очень важно. Да-да. Так, теперь давайте начнем вообще по порядку. Получается, зарегистрировали вы свой TikTok аккаунт, или он уже у вас был. Получается, дальше. Вам нужно будет записать какой-то ролик по Black Rush. Именно новый, то есть, если у вас какой-то там есть старый, то это не пойдет. То есть, именно записывайте новый ролик. Какой-то любой там, я не знаю, ну, идей много, я думаю, у вас тоже. Так что да, у вас у всех светлые головы. Так, вы придумываете какую-то идею, снимаете ролик, дальше. Сейчас я буду вам показывать вообще какие кадры, что вообще нужно будет делать. И как это все нужно будет делать. Если что, смотрите, кто вдруг не понимает. Вот, также вам нужно будет потом, вот на самом экране, то есть там, где вы уже у вас ролик выложен, вы будете должны написать хэштег «Участвую» и внизу написать «Подписывайтесь на канал Snapy Life». Да, немножко хитрый, но, в принципе, вы за это просто получаете, ну, участника, так скажем. То есть, участие, точнее, получаете за это. Вот, вы все это выполнили. Так, потом. Вы переходите в описание своего ролика. Вы должны будете там написать первый хэштег, это Snapy Life. Там будет все указано, как это сделать. Если вы это не указываете, то вы не попадаете в участники, поэтому следите за этим. Дальше же указывайте хэштеги там Black Rush или еще что-то, но вы, думаю, понимаете. Там тоже я укажу, если хотите, можете брать оттуда. Дальше. В принципе, наверное, я все рассказал, и вы спросите меня, типа, а как? Типа, ну, мы выложили ролик, и что, типа, дальше? Типа, как вообще будет выясняться, кто победитель? Так, давайте поговорим уже и об этом. Итоги розыгрыша будут проведены в субботу на стриме, на ком-то из стримов, думаю, знаете, смотрите мои стримы, наверное, вот, и там будут итоги. И самое главное, кто же будет победителем? Победителем будет только тот, у кого за этот промежуток времени наберется больше всех просмотров вот с такими критериями, которые я подготовил. И тот, кто это делает, у кого больше всех просмотров, допустим, 1020 там получилось у вас, я не знаю, то вы забираете 5 миллионов рублей на Yellow сервере. Я прям передам вам их на стриме, так что вам обязательно нужно будет быть на стриме. И, наверное, все. Наверное, в принципе, все. То есть, с вас вообще буквально ничего. И еще главное. Может быть, у меня спросите, а можно ли делать разные ролики? То есть, перезаписывать их или еще что-то подобное? Да, перезаписывать их можно. Главное, с этими критериями. Но если вы перезаписали, допустим, там 10 роликов, ну, вдруг там 10 разных с такими же критериями, и, допустим, из этих 10 один получается самый, ну, топовый по просмотрам, то я его и возьму как за результат. В принципе, все легко и просто, поэтому, дорогие друзья, всем удачи! У вас есть буквально минут... Ой, я извиняюсь, не минут. Буквально до выходных дней 5... Даже меньше. В общем-то, участвуйте и выигрывайте. Всем удачи и всем пока.